Короче, старый Софик уже вышел на пенсию. Ну, хлопцы думают, что ему подарить, бля, вроде же ты везде ж был, еще ездил на этих Мерседес этот старый, желтая кабина там сзади, две оси сзади, как он, как КамАЗ такой, как он. Старый еще, Софтрансавто еще начинал там, все. Ну, короче, вышел он на пенсию, хлопцы думали, нашли Суавто там где-то на задворках, старую кабину от этого Мерседеса, отписка струили, все покрасили, повесили эти бахрому, ну, сейчас уже не модно, раньше модно было бахрома, баба эта на спальниковском окне, чтобы была с цицками. Телевизор шеляли где-то купили, блядь, на куфоре. И, значит, спальник там все организовали, ему чики-пыки. Все это, блядь, даже компрессор поставили, чтобы воздух пшичал, когда там в кабине что-то делаешь. Вот. И поставили манипулятором ночью ему в огород эту кабину нахуй домой. Вот. Жена прибегает этого Софика, говорит, хлопцы, блядь, ну вы пиздец удружили, блядь, они что за хуйня? Да, говорит, пиздец, нахуй. Он как эту кабину увидел, говорит, все, блядь, брызговики прикрутил там, блядь. И все, и с хлопцами там, блядь, сидят и пиво хуярят целыми днями. Да, говорит, самый парадокс вот в чем, блядь, говорит. Я ж мимо этой кабины не могу по-другому выйти со двора, мимо кабины надо идти. Он меня за сраку, блядь, в эту кабину, в рот надает, 5 евро в лифчик, блядь. И говорит, пошла нахуй, отсюда мне ехать надо. Вот такая вот получилась история. Замечательно.